Так, смотри, значит, я сейчас запишу, как он дергается, когда я газую вот и на парковке сейчас. И сейчас я буду катиться медленно, разгонюсь, потом отпущу газ, потом снова подам, потом снова отпущу. И вот в таком режиме ты услышишь такие как бы втыкания. Я как бы не могу вообще прибавить. Вот я еду 13 км в час, я вот отпускаю, хочу подбавить, и меня просто дергает. То есть это не из-за того, что передача не подходящая, это просто какая-то хуйня какая-то. Такие дела.